Есть у меня еще две заготовочки, но они под ледовскую светотехнику, под нового образца уже трапики и подножки. Вот такие заготовочки. Он же может быть у нас как на рессоре, так может быть и на торсионе. Но это ледовский, это то, что доплата у нас 1400 гривен за лед. Это прекрасный прицеп.